Здравствуйте, смотрите это видео в 4К, да, подпишитесь на канал, ставим лайки, да, выбираем, хотите 4К. Так, черный бак с двойным белым цировками, эмблемы на винтах, каплевидный бак черного цвета с двойным белым цировками, визитная карточка мотоциклов BMW начала прошлого века. Так, кофры. Стационарно установленные кофры имеют объем по 27 литров каждый. Они идеально вписаны в обтекаемый силуэт R18 для создания повторимого стиля Беггера. Среди аксессуаров имеются идеально подходящие внутренние сумки из благородного сочетания кожи и парусины. Кокпит. Четыре классических аналога круглых приборов сочетаются с современным 10 на 25 дюймовым TFT дисплеем с интегрированной навигацией. Power Racer видит то, что чувствует классический аналоговый круглый прибор, показывает он доступный резерв мощности. TFT дисплей 10 на 25 дюймовый цветной TFT дисплей обеспечивает максимальную функциональность, информативность, гарантирует идеальность считывания информации. Так, Marshall Gold серии Stage 1, серая защитная решетка и золотые надписи Marshall, благодаря в общей сложности 4 динамикам, усилительной мощности 180 Вт, вас ожидает звук превосходного качества. Так, оппозитный двигатель, мощность, тяга и надежность. Характерная особенность оппозитного двигателя с воздушным охлаждением самого большого старого BMW Motorrad. Так, передний обтекатель, первое впечатление имеет значение, а она ощемляющаяся. Закрепленный на руле обтекатель обеспечивает оптимальную защиту от ветра и является хорошим узнаваемым визуальным элементом. Так, теперь звук. Как она будет? Так, поговорим о характеристики. Двигатель тип двухцилиндровый, четырехтактный двигатель с воздушным масляным охлаждением и двумя распределительными валами с цепным приводом, расположен над коленвалом. Так, диаметр и ход поршня 107 на 1 мм и 100 мм. Объем двигателя 1820 см³. Так, максимальная мощность 67 кВт. При обороте минуты 4750 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент 158 км при 3000 оборотов в минуту. Степень сжатия 9:6:1. Так, смесообразование. Электронный выброс волновой коллектор и цифровая система управления двигателем BMS-O с электроприводом и регулятором друсельной заслонки. Так, очистка отработающих газ, регулируемый трехкомпонентный катализатор есть. Ходовые качества, расход топлива поговорим. Максимальная скорость свыше 180 км в час. Расход на 100 км согласно стандарту WMTS 5 на 8 литров. Тип топлива неэтилированный бензин супер, этанол макс 15%, E15. Очи 95, антидетонационный индекс 90. Электрическая система генератора с постоянным магнитом 660 Вт, номинальная мощность. Аккумуляторная батарея 12 Вольт, 26 Ач, необслуживаемая. Так, сцепление, однодисковое сухое сцепление. Коробка передач 6-ступничная. Коробка передач в отдельном картере с переключением передач с кулачком муфтами, привод карданный вал, ходовая часть и тормозная система поговорим. Рама стальная, дуплексная рама с перепривичными нижними балками.
телескопическая, передняя подвеска, телескопическая вилка, задняя подвеска, стальный двуплечник, качающийся рычаг центральной амортизационной стойки, есть под подвеской спереди и сзади 120 мм и 120 мм сзади. Колесная база 1695 мм. Кастер 183 на 5 мм. Угол поворота рулевой колонки 62 на 7 градусов. Колесо алюминиевый литый диск на переднем колесе. Переднее колесо 3 на 5 19. Заднее колесо 5 и 16. Передняя шина 180 и 65 Б 16. А, извините, передняя 120 и 70 Р 19. Задняя 180 65 Б 16. Так, передний тормоз двойной дисковой тормоз, диаметр 300 мм, 4 поршена, неподвижный суппорт есть. Задний тормоз однодисковый, тормоз диаметра 300 мм, 4 поршневого неподвижного суппорта. Система ABS, система BMW Motor Rad Integral, ABS полностью интегрированная. Так, размеры масса 720 мм, высота по внутреннему шву брюк в незагруженном состоянии 1700 мм. Полезная емкость топливного бака приблизительно 24 литра, из них резерв около 4 литра. Так, длина, включая крыло, 2560 мм. Высота над ветрозащитным щитком при собственном весе транспортных средств 1400 мм. Ширина 970 мм. Собственный вес транспортных средств в готовом к движению состоянии с полным баком 398 кг. Допустимая полная масса 630 кг. Так, максимальная нагрузка серии 232 кг. Подпишитесь, ставьте лайк, смотрите видео, нажимаем на квадрат и смотрим другие модели мотоциклов BMW.